Хорошие новости для сотрудников системы здравоохранения. С сегодняшнего дня зарплата более 40 тысяч медработников выросла на 30%. Постепенно к середине следующего года власти обещают поднять ее вдвое. 540 000 персон, которые активизируются в систему медикал, если говорить о медичах, лукраторах медикальных, ассистентах медикальных и так далее, начиная с дня сегодняшнего, будут получать salarii majorate cu 30%. Aceasta este prima etapă, cunoașteți a doua etapă la 1 ianuarie, pentru a asigura obiectivul pe care l-am anunțat câteva luni în urmă, dublarea salariilor în sectorul medical. Проект по повышению зарплаты врачей реализуется в контексте пандемии коронавируса, которая выявила серьезную проблему системы здравоохранения – нехватку квалифицированных кадров. Усилия, предпринятые за последние 6 месяцев для спасения жизней, должны быть адекватно вознаграждены, заявляет руководство страны. Напоминаем, из-за пандемии по инициативе главы государства госслужащие, инфицированные вирусом COVID-19, находящиеся на передовой, получают от государства единовременную помощь в размере 16 тысяч леев. Также увеличены единые пособия молодым специалистам, которые устраиваются на работу в сельской местности, врачам с 45 тысяч до 120 тысяч леев, а медицинскому и фармацевтическому персоналу с 36 до 96 тысяч.